Мувеватуман, анкиварахварах, найварахварах, паёхатем ямунти, вошнаулти арненем, кухнаулти арёхем, холтумтака удати. Анкиварахварах, найварахварах. Изначально, да, изначально ханты, потом уже переселенцы из-за Урала пришли, коми, коми-зыряне, и тоже остались, вот надолго остались здесь. И ну, вот коми и ханты, основная масса все равно вот коми и ханты. Русских у нас всего два человека, которые тоже живут уже давно. Старались, конечно, чтобы ханты выходили замуж или женились только на ханты. А сейчас, вот уже в современное время, у нас уже многие смешанные браки. Смешанные. Муж у меня браки. Коми. У меня тоже муж коми. Сейчас как бы на это сильно не смотрят, что главное, чтобы детям было хорошо. И вот у нас сейчас смешанные браки. А раньше было именно по традиции, из поколения в поколение передавать. Вот если там девочка родилась, они уже ее готовят, в какую семью ее отдадут. А мне кажется, это было в богатой семье. В богатой семье там, естественно, старались за своего. А кто, мне кажется, вот ханты же есть, безоленные были, у которых ничего не было. Даже вот сказки читаешь, там эти, ну, легенды старые, совсем уж бедно жили. Чум был даже... дырявый насквозь, вот нечем было как бы залатать. Мне кажется, там они были бы рады, наверное, что дочка была это пристроена. Может, потому у нас ханты, ханты, он очень смешанный, смешанная нация изначально. Но у нас нет, например, вот слова, слов «я тебя люблю». Вот этого нет. Тут нельзя сказать вот «я тебя люблю». Просто надо там слишком много-много слов, чтобы выразить вот это вот чувство. Вот это конкретно вот. Можно сказать сразу, я тебя люблю. А у нас не получается. Там можно сказать, ма самим тайдем, ага, на нет. Такой, да. Ну, смысл очень такой. Неоднозначный. Какой-то многогранный какой-то вот. Столько надо выразить словами. Вот эти все мысли, они разные. Я дышать без тебя не могу, я жить без тебя не могу. Но нет конкретного, я тебя люблю, просто сказать. Оно много-много вот надо сказать, что лето устанет ждать, он ждать истину, она устанет ждать, пока она не поймет. Она не поймет, что он бы хотел сказать. Ясно, понятно, конечно, там по движением, наверное. Это что бы он бы хотел сказать, а по блеску глаз, еще. Потому что, ну. Пусть даже вот замуж выходили, девушка не видела своего будущего мужа. И она даже на свадьбе его не видела, она же закрытая сидит. Я думаю, какой это ужас все-таки в то время был для молодой девушки. Привезут. А на утро открывает она лицо, просыпается, открывает глаза. Кого видишь? Это тоже. Я не знаю, я не знаю. 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 Я не знаю.